Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Dead Rising, или Восстание Мертвецов. В прошлый раз мы с вами прошли первое дело. Вот. Встретили коллегу по цеху. Спасли еще одного выжившего, который секретный. Вот. Ну что, продолжаем дальше проходить игру. Искать сенсацию и выполнять дела. Так, секундочку, пацаны. Погнали. Так, вот у нас уже сенсация еще одна. Ага. Два друга, так сказать. Давайте на них поставим метку. Хочешь махаться, да? Ну давай. Блин, биту об тебя сломал. На тебе еще. Ага.
Оба такие отдышка у обоих. What are you doing? Roger. Да что ты, блин? Okay. Roger. Thanks. You got it. Gotcha. Ну, пицца. Просто так валяется. Ну, начинается. Только что там были. Чё, пошли обратно. Я так понял, вы отсюда не сможете выбраться. Для вас это проблема. Gotcha. I'll get you back. Ну как несутся, ё-моё. Так, ребят, только не в стену, а в дверь. Так, я надеюсь, что все пробегут. Ладно, баба плачет, но ты еще тут ноешь, блин. Нытик. Thank you very much.
me! Damn it! Come on! Follow me! Follow me! Пройдут или нет? Так, тут лучше, конечно, идти вот так. Я через мостик не люблю ходить. Там манёвров мало. Зомби-мат... Паразит-матка, короче. Надо убивать его и с него ловить матку. Надо это сфоткать. Perfect. Так, а там, наверное, мадам-то еле идет. А вон еще один. Зомби-матка. Thank you very much. Thank you very much. Frank! Frank! Да иду, иду.
try, brother. All right, looks like we found our next contestant. We're gonna take out that dude and snatch his old lady. Жесть. Ой, вот это мне вот сейчас прям очень надо знать, что ночью случается с зомби. Как будто мне эту погоду сделают. Боюсь. Где эти красавцы? Блин, вот мне хват одного удара битый надо было. Сейчас опять бегай за этими красавцами. Отлично, теперь мне опять зэков убивать. Так, надо убить биту на вас и води его. А пулеметчик будет потом краснеть. Хочешь, короче, ну ладно, по старинке пойдем. Так, не отцепляйся.
Блин, я не хотел тебе этого давать. Давайте сохранимся. Куда можно сходить еще? Где еще секрет у нас есть? Сюда нам. Собственно, на оружие-то я и иду.
Doctor, if we're gonna fight these zombies, we need guns! Stay back! I trust them damn zombies about as far as I can throw them, but I trust people even less! Don't shoot! Look, let's talk this over. You can talk to my 12 gauge! Don't get no closer! I'll blow y'all to kingdom come! Hey, hang on. Damn it, I warned you. In a situation like this, I can't afford to trust nobody. Да блин. Куда спрячься? Чё-то не прячься, нифига. Да, что-то нафиг. Сейчас, секундочку. Блин, обычно эти штуки должны защищать, а они что-то не защищают. А, вот. Да блин, а. Сейчас умру и все. Спасибо тебе, мужик, за зомби. Секунду, Отис. Мне как бы некогда. Сейчас что скажете? Какого хрена ты оборвал связь? Ну извините, господин Отис, у меня как бы есть куча времени с вами поговорить. Блин, опять он стал простреливать меня. Ладно, сейчас я буду человеком и выйду и поговорю. Да, я знаю, что не вежливо, конечно. У меня тут просто дробь летит, а так нормально все, я могу разговаривать. Да, я после одного психа еще мне второго проверял. Отлично. Чтоб ты его ногой пинал.
Да хоть что-нибудь. Я тоже хочу пострелять. Нравится? Кто-то же... Не надо было его убивать. Так, ну чё, нам больше тут ничего не надо. А где все вино? А вина нет. Ну ладно. У нас и так. Мы сейчас по пути возьмем этот, там, сок или что-нибудь. Зомби-пар. Где у нас тут книжный магазин-то? Ну, ё-моё. Кто выключил свет? А, вот он. Так, вот здоровье еще одно. Что такое? Так, острые предметы. Тоже надо. Так. Скейтбординг. Но это нам не надо.
used to laugh at me. I was a walking punchline. It was not anymore. Something. Everyone died. That's why I decided to give all the happy people a lift on this fun ride. I won't let you stop the ride, Gramps. If the ride stops, then the zombies come back. And that won't be any fun at all. Жесть. Пеннивайз на минимал. Давай, иди сюда. Неужто я буду прыгать через аттракцион? Ах ты, блин. Как тебе надо? Ну, начинается. Вот ты дровосек, а? Воу! Убралась оттуда! Да блин! Блин, неужели заново начинать? А что значит сохранить состояние и выйти? Давайте попробуем другую какую-нибудь ячейку. Блин, а? Надо было выйти из этого дела всего. Так, наверное, нам придется все-таки сейчас посмотрим, где мы что. Блин, это опять сейчас девчонку спасать. Ой, господи. Как же я так... Не знаю, у меня чтоб с клоуном какие-то проблемы были, никогда, блин. Yeah.
А, значит, уже девчонку спасли, получается. Ну тогда сейчас быстренько их убьем, всех этих красавцев. Ну, блин, сейчас это невежливо, да? Давай, скажи мне, что я скотина такая трубку бросил. Да, давай, да. Плохой я человек, да. Только у меня вот пол куска шеи откусили, блин, а так нормально. Короче, с Клетусом тут надо... Сначала вот этот вот стенд взять и поставить, и тогда он тебя будет защищать от выстрелов. Ой, блин, начинается. Что такое? Я же все сделал правильно. Чем проблема-то? Да ну тебя в жопу. Сейчас я сам все сделаю. Давай, дуэль. Ну как быстрее вот тут. Быстренько я его. Так. Блин, все вино исчезает, когда он умирает. Давайте мы здесь где-нибудь сохранимся сейчас. Так. Вот как раз вот здесь вот по пути есть туалет. На всякий случай. Начинается. Так, вот, туалет. Пойдемте в женский. Так, сейчас, секунду. Вот. Так. Сейчас подождем 9 часов. Хм.
Да-да, я знаю. Да вот достань. Начинается вот эта вот рубка дерева. Да не бей, не бей. Хотел выбежать просто. Ну давай еще раз меня убей, да. Бита хороша, она его с ног сбивает. Блин. Как защищаться? Да, блин, а. Все биты мне спилил уже. Блин, этот кувырок мне уже достал, а? Кувыркнись уже через себя. О, а ножик-то неплох, смотрите. Ну, блин. Так, где мои руки, которые точно не отпилятся?
Погнали. Теперь у нас есть вот такое имбовое оружие. Можно сказать, почти личное. Давай, давай. Да иду, иду. Давайте на сегодня закончим. Сейчас сохранимся. А в следующий раз мы уже пройдем побольше. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.